Привет. Привет. Выбирай. Левая. Нормально. Молодец. Самое дорогое выбрал. А то. Докладываю. Дела у нас идут очень хорошо. Салон работает. Пока люди не начнут размножаться почкованием, нам ничего не грозит. Деньги капают. Скоро можем открывать второй салон. Все, давайте целую, пока. Подожди, подожди. А как ты, как дети? Я так соскучилась. А я как скучаю. С детьми все хорошо. Я даже не побоюсь этого слова сказать. Просто замечательно. Вот в Вовочке сегодня поедем новую скрипку покупать. А со старой что, сломалась? Можно и так сказать. А, покажи. Ну как я тебе покажу? Ну что ты... Я что, в огонь за ней полезу, ну? А что, дома был пожар? Вовочка опять что-то поджег, да? Он, ничего он не поджигал. Что ты начинаешь сразу? Поджег, поджег. Да, кстати, Вовочка теперь совсем другой. Приедешь, не узнаешь. А с пожаром-то что? Да пожар даже не у нас был, это в музыкалке. И потом, слушай, они там какие-то чокнутые, ей-богу. Я им объясняю, они все в свою дуду. Я их засужу, они нам еще кресло-каталку оплатят. Слюни опять что-то. Да при чем тут Люня? Это для Толи. А Слюнька все нормально, бегает. Вот сегодня из милиции вышел, дело замяли. Дело на Леню? А ты куда смотрел? Что, я что, не человек? Когда Женьки потерялись, тут такой кавардак начался, что... Женьки? Так, ну-ка рассказывай мне все по порядку. Только спокойно. Я тебе сейчас все объясню. Молодцы! Молодцы! Давайте поаплодируем друг другу. Так, а сейчас, ребята, прозвучит скрипичная увертюра в исполнении Вовочки Пономарева. Вовочка. Жги. Жги. Начинай. Я человек не суеверный, так сказать, честно. Но, понимаете, всякий раз, когда... Здравствуйте, девочки. Когда он... Михеев. Всякий раз, когда он начинает играть, то происходит вся эта... чертовщина. Послушайте, ну, обвинять моего сына в том, в чем виноваты сами. Он тысячу раз играл дома, и никогда ничего не происходило. Проверим? Нет. Ладно. Володя! Но это претензия к вашим педагогам, нежели к нам. Скрипку положи. Паша! Да, за три. Пошли все из школы! Из школы все бегом! Я вас предупреждал! Вы ответите мне за это! Я на вас в суд подам! А я на вас подам! За растрату и хищение! Да! Я найму лучшего адвоката! Вам не отвертеться! А я даже нанимать никого не буду! Вам и так хана! Да! Это мой папочка, да. Мой, понятно? Домой, домой, домой! Нас, бери его! Домой же! Вован, ты что разорался-то? Ты здоров, самое главное! Да, моя!
Гримко! Вы виноваты в том, что у вас не дети, какие-то демоны, инфернальные существа, господи! А вот это уже вторая статья! Стоять, стой! За оскорбление личности человека! И разговор закончен! Нет! Вовочка, вот твой открытие. Что не так? Мы что, поцарапали? Это не скрипка! Это... Все, все. Это Альт! Пап, это Альт! Да, тихо, тихо. Да не сяду я в нее, дайте костыль. Так абсолютно исключено! Помимо перелома на левой ноге, на правой у вас вывих голеностопа. Дед, ну, пожалуйста, я по-человечески прошу. Разговоров поехали. Чё смеётесь-то? Я дома отсижусь. Я на этой каталке по-любому дальше своей квартиры не уеду. Ты чё на меня пялишься? Ты мой, Колёсико. Отвали, это давно было. Никто не забудет, ничто не забыто. Можно? Колясочный паркур. Перебьешься. Ты чё? Блин! Без осложнений? Абсолютно аккуратный перелом. Слушай, ну какая ты принцесса? Зачем видим мой паркур? Ты говоришь с моей рукой. Слушай, а с этими супчиками что? Они что, поссорились? Да нет, третий день вот так. Из-за каждого пустяка драка валяется. Ссорятся, грызутся. Странно, раньше-то они никогда не ссорились. Слушай, может, это какая-то новая фобия? Не знаю, я уже ни одну фобию не боюсь. Хочешь поговорить со мной? Главное на них не обращать внимания. Все, пап, мы пошли. Оставался бы дома, раз ты такой у нас не суеверный. Да слушать такую музыку опасно для моей неокрепшей психики. А, зато какое ралли тебя ждет на детской площадке. Это не смешно, понятно? Что за жизнь? Я либо с одним психопатом на площадке, либо с другим шизиком в квартире. Так, папочка тебя любит, а ты его бесишь. У брата школа сгорела, ему играть негде. На него люди неизвестно что наговаривают. Ты ему скрипку паленую принес, а? Отнесись с пониманием. А ко мне кто отнесся здесь, понимание? Так, тот. Так, потерпишь. Он всего-то пару часов поиграет, наверное. Потом вернется. Гномы! Алло, мы опаздываем. Все, я впереди! Свою отрезку! Теперь мое! Я вообще не поеду! Папа. Да.
Пока, колесико. Следи за детишками. Еще бы час в квартире, я прям на этом звездолете из окна бы сиганул, понятно? Подожди меня! Сбу! Папочка, у меня к тебе серьезный разговор. Начало интригующее, давай. Я беру себе другое имя. Не такое, как у нее, редкое и красивое. Чтоб ни у кого такого не было. Возьми, балда, у тебя морда глупая, тебе пойдет. Сама ты балда! Меня теперь будут звать Панкрат! Бред. Хотя, может, Бава или вот еще Рапунцель, хорошее имя. Слушай, Илья Сергеевич, ты же отец мой. Угу. Неужели тебя наплевать, как сына звать будут? Слушай, а что ты такой дерзкий? Я, между прочим, в твоем возрасте так с родителями не общался. Я был всегда почтением. Да, пап? Привет. Я тут думал про твоих близняшек. У них сейчас... сепаратная стадия развития. И чё? Постараюсь. Простыми словами. Подожди. Твои Женьки... сейчас в поиске. Да, чё ищут-то? Самоидентификацию... и независимость. Суть этого дискурса... отрицание ложного «я»... через сублимацию своего... Ай, ладно, всё, понял, перебейся и ладно. Всё, пока не могу говорить. Илья! Так, жабу в воду. Панкрат! Сидеть здесь. Панкрат, иди в детский сад. Женька, какашек жменька. Панкрат неадекват, мозгов не хват. А ты, Женя, тесто от пельменя. Я с тобой за одной партой сидеть не буду. Ну и пожалуйста, мне же лучше. Я с тобой в одну школу ходить не буду. Ты вообще рисовать не умеешь, только позоришь меня. Ах так? Да так, Панкрат, мне не брат. Спасибо. Угу. Ладно. Будет все хорошо идти? Тоже получится. Учи-пучи. Все, чувак, я понял, что был неправ, но это уже перебор, ты понимаешь? Я понял, что был неправ, когда тебя подкалывал. Что тебе еще надо? Простого понимания мало. Ты смеялся над чужой бедой, брат, и теперь будешь страдать. Кто будет страдать? Погоди. Я? Тише. Иди сюда. Иди сюда. Мне Лариса звонит. Тебе повезло. Лариса? Это рыбка твоя молчаливая, форума. Ну давай, давай. Будешь сейчас постоять руками макать, как дебил. Послушай сюда. Глухонемые такие же люди, как мы, а иногда даже лучше. Если бы у тебя была хотя бы капелька мозгов, ты бы выучил их язык, узнал бы много интересного. Ой, неужели это интереснее, чем твоя лохарифма? Гораздо. Ты представь только говорить, не произнося ни единого звука. Я бы мог тебя научить парочке фраз, но зачем? Перед кем мне тут распинаться? Перед тобой! А не надо меня ничему учить, ясно? Я и так знаю самый классный жест, который понимают все. Берешь ладошку, а на ней есть самый длинный, красивый палец. Показать? А? Ты что, вообще нормально? Что ты не понимаешь, что ты творишь-то? Выпусти меня, пожалуйста. Есть вещи, над которыми не шутят. А ты по-хорошему не понимаешь. Ты что, себя Ромео замнил, а? Обидели его, что я тут видели? Рыбкой назвали, да что тут вообще обидного? Выпусти меня отсюда, бегом. Я все равно выберусь, понял? Все равно тьфу на тебя. Тьфу. Выберусь, я натаскаю тебя, понял? Попробуй. У тебя один путь к свободе. Покаяние. Все, валите. Не. А где второй? Какой второй? Он сам по себе, я сама по себе. У нас, между прочим, имена есть. Женька где? Женька здесь, он прикол какой-то. Где твой брат? Он сказал, что не хочет ехать со мной в одной машине. Я сказала, не пожалуйста. И он вышел вон отсюда. Когда?
Да когда ты со своими сосисками ходил? Точно. Вы меня в могилу сведете. Пошел ты, понятно? Тебе ноги были, чья голову, походу, забыли. Блин, иди сюда. Развяжи меня, я тебе быстро ее починю. Извиняйся. Уши пошире раскрой, поближе подойди. Что ты делаешь? Удачной прогулки! Фашист! Бритни Спирс! Покажи мне свои пару слов! Напиши мне по-английски! Кто это там привязан? Че, увяз внедорожник? А че, не видно? Лучше бы выбраться помог. Эвакуатор бесплатно не работает. Бабки есть. Бабки у магаза, петрушку торгуют. Ты помогать будешь, нет? Что ты творишь? Бери свои грязные руки, извращенец, во! Слышь, щенок, ты что, табло дать, а? Ну рискни! Что вы с ним базарите? Давайте я его ушатаю. Успеем. Ага, наверное, круто бить того, кто не может дать вам сдачи. Пацаны, снаряды. Да вы не пацаны, вы девчонки. Вы что творите? Ща увидишь. Ай! Смотри, там, сзади. Что? Прошлое? Кое прошлое. Назад посмотри. Что-то в прошлом? Это больно, пацаны! У меня что-то на спине? Нет, нет, обернись, сзади тебя. Крылья? Да хватит, ребят, вы что творите? Ты осел. Осел? Корон! Я? Вы, блин! Ай! Коляска, вы бы отсюда живыми не ушли, ясно? Пацаны, орехи-то закончились. Ну тогда контрольный. Ненавижу, когда
обижают слабых. Я тоже. Похлопайте ему кто-нибудь, у меня руки заняты. Чувак, ты же их убил просто. Спасибо тебе большое. Вытащи меня отсюда, а то вон уже люди собрались. Сейчас полицию вызову. Давай, чувак. И ты это, извини меня за все шутки про инвалидов. Я же не со зла. Я вас это, ну, люблю, ты понимаешь? Давай, куда-нибудь. Пожалуйста, чувак. Биологически они не мои. А по факту... Разберемся. Чего тут разбираться-то? Говорю, мои дети. А мы, между прочим, из-за вас в художественную школу опоздали. Давайте изобразите им что-нибудь здесь. Игнатьев, дай-ка им по листочку бумаги, по карандашу. Пусть вот этого рисуют. А вы что, брат и сестра, что ли? Он мне не брат. Так, а ну-ка, тихо. Она мне не сестра. Нормально вас так папа воспитал. Да, да. Так, аккуратнее. А это еще что такое? Вот избили троих гопников. Не понимаю, правда, как. Нежнее, я не железный. Вы что творите-то? Кто смотрящий здесь? Я здесь смотрящий. Вы что, просто погулять не могли без приключений, а? Ты что, на коляске на них наехал? Да они на меня наехали, рожи поросячьи, отвечаю, Люк. Ты... А это что, тоже ваши? Мои, что, не похожи? А у вас что, все семьи бандиты? Нет, почему? Есть один, на скрипке играет, на альте. А, один, значит, нормально. Один, да. Полиция? Один. Подождите, он что, сейчас там... До сих пор один дома на скрипке играет? Упс. Упс! Грекова 4, корпус 1. Принял. А с дома все в порядке. Это все из-за Вовочки, да? Нет. Трансформаторная будка заискрилась, вызвали полицию. Бардак. Леша, вот почему ты мне сразу все не рассказал, а? Ну, потому что тебе нельзя нервничать. Это во-первых. А во-вторых, сейчас уже все в порядке, даже он Толя бегает. Это же все за 2 недели. Пожар, перелом, полиция, драка. А это точно все, а? Все. Ты уверена, может быть, есть что-то еще? А может быть, ты просто опять не хочешь меня волновать? Вас же вообще нельзя оставлять одних. У вас же все время что-то происходит. Я в шоке вообще. Приключения у вас. Ой, а кто проснулся? Ярик, кушать, наверное, хочет, да? А кто его пойдет кормить? Я пойду его кормить. Правильно. Ну ладно, да, все, целую, обнимаю, детям привет. Я побежал. Лид. Люблю тебя, крошка. Красавец, телефончик оставь, мужу дам, пусть врать учится.